Всем привет! Это последнее видео в 2023 году. Оно про Манчестер, куда мы ездили тоже посмотреть на университет. И пока что, мне кажется, это мой самый любимый университет, который я когда-либо видела. И я надеюсь, что вам тоже понравится. Так что давайте, больше не болтаю, переходим к просмотру. Сегодня мы в университете Манчестера, основанном в 1824 году. Это мы. Понимаете, у нас тут пит-стоп с очень вкусной шакшукой и обычным тостом. В общем, куда ты придешь? Вот, Вильямсон Билдинг, это вот... Очень красиво! А нет, снимаю. Короче, это здание химии, а это здание какого-то Шустера, я еще не дослушала про что оно. Вот, там главный вход в универ и какая-то тусовочная зона. Если что, у Манчестера есть очень удобное приложение, где можно вот по карте ходишь, слушаешь про разные здания. Все, сейчас посмотрели, послушали этот тур. Судя по туру, вообще Манчестер уже построил город на Луне. Потому что тут и Алан Тюринг, который первый компьютер-сайенс алгоритм какие-то начал изучать, и первый компьютер тут построили, и первый чернокожий преподаватель тоже тут был, и Манчестер вкладывается в развитие женщин в компьютерных науках, и вообще право-направо, туда-сюда, везде они все самые лучшие, и кучу денег, видимо, недавно вбахали во все лаборатории, во все здания, потому что все очень новое. И буквально каждый рассказ про какой-либо факультет начинался с того, что они говорили «This is a world-class institution» и бла-бла-бла, или «world-class facilities», «world-class преподаватели», «world-class research». В общем, все у них тут на уровне, прям умеют себя преподнести и продать. Ей, тут даже есть Европарк. Вот такое вот видео получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Как обычно, лайки, комментарии, все ставим, подписываемся, колокольчики, тра-ля-ля. Все, кто поставит лайк, трижды будет удача в новом 2024 году. И всех с Новым годом, всех люблю, обнимаю. Пока-пока!